и то, что они достигли, научились за этот учебный год. Поэтому я всех участников наших прошу подготовиться к самому сладкому. Вот. Попрошу своих девчонок тоже подготовиться к награждению. Они меня не видят, наверное, не слышат, все уже убежали за сцену. Но первыми я приглашаю для награждения на эту сцену коллектив The Black Whale. Девчонки, ваши бурные аплодисменты, мы вновь встречаем их на сцене. Где наши? Вот они. Вот они, девчонки. А музыку нам можно тоже веселую для девчонок? Я напоминаю, что у девчонок нет руководителя, они создали свой коллектив сами в Политехническом университете. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Варь, вручай кубок под ваши бурные аплодисменты. Остаемся на сцене. Так, следующих для награждения я сюда приглашаю Originality O2 и танцевальную команду O2. Поднимайтесь скорее к нам на сцену. Что-то тихо. Вот тихо они не поднимаются. Вот они. Серьезно веселые девчонки и мальчишки. Ближе, ближе сюда выходите, не стесняйтесь. Давайте еще раз наградим их бурными аплодисментами. Кто будет получать награду? А, все хотят. Ну давай, ты выходи сюда. Держи, вам кубок. Возвращайтесь, пожалуйста, назад. Мы на вас еще будем смотреть. Можно пока сфотографировать их, пока они здесь близко к нам стоят. Все, уже ушли. Молодцы. Следующий коллектив мы награждаем эстрадно-цирковой. Водолея, мы вас ждем на сцену. Поднимайтесь, пожалуйста, сюда. Вот так вот они сразу идут к нам с наградой, чтобы не ждать. Ваши аплодисменты, это водолеи. Молодцы. Так, и следующие. Арт-Альянс, прошу на сцену. Надеюсь, сцена нас выдержит. Они решили сами себе кубок вручить, ну, чтобы из рук в руки не передавать. Поэтому, Ульян, поднимай повыше. Вот это Арт-Альянс. А теперь я прошу вас сделать немножко вас, Арт-Альянс, немножко кучнее.